Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Даям Гопи Жанно Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванча калпатару вашаки пасинду бхавача патитанам пабуне бхавишнаби бхио намо намаха мукан кароти вача ланг пангун ланг хатигирим ятки патам ханг банде парама нанду мадвам бинда вой тулсиде вой пия вой кешва сача Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо намаха Нараяна намаскритва нарунчайва нароттамам Девин сарасватин весам тато жайо мудире Санкиртане кишна катхупадеше Гаврия патрашва пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхабхагнам Абиштадухам Тетас Падам Сева Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутавал Бхавад Дипутам Банде Махапурусате Чарана Равиндам Ятпада Паллава Накачандамани Чатая Бисфуриджита кимапикапавадушва дарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадхикамай када кивам кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбито бхужоу канука бодато Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбару дижабару йогадхарма пало Банде жагат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Тата Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивушихи Тобам Бхагам Нараяну Прияманга Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджавихи Шанатам Баги саджоша бадане Лакшми джаса чавакшаши Джасьясти хидай самбид Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама Рам Рам Хари Хари. Ой Диндардонадо, ой Матуранато,
ой диндиардунат, ой матуранат, кадавалекаши, хидаям тадолоко катрам, дайтам брахматиким кароми ахам. Ой диндиардунат, хе матуранат, кадавалекаши, таво хидаям тадолоко катрам. Гаудия Гоштхипати. Гаудия Гоштхипати. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: Шрила Мадхавендра Пурипад — главная колонна, на которой держится все наше Гаудия общество. Если мы не понимаем значение этого слова, если мы не можем понять настроение Мадхавендра Пурипада, мы не сможем совершать харибаджан. Шрила Прабхупад говорит, что если мы не можем осознать эту шлоку, мы не сможем прогрессировать на пути Гаудия Бхаджана. Сегодня день ухода Мадхавендры Пурипада. Вы можете спросить, как возможно, что Мадхавендра Пурипад является вечным спутником Шримана Махапрабху? Наша Гуру Варга объясняет, что Мадхавендра Пурипад пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас задолго до прихода Махапрабху, так же, как Биламангал Такур. Тем не менее, они являются вечными спутниками Гауранги. Совершенно не важно, когда они пришли. Наротам Дас Такур, Шриниваса Ачарья, Прабхупад пришли позже Махапрабху, значительно позднее. Но это не имеет особого значения. Они приходят в соответствии с наставлением Бхагавана. Они избранные посланники Бхагавана. Поэтому не имеет значения, когда они приходят. Как же понять, что они действительно являются вечными спутниками? Этому должны быть доказательства. И Прабхупад объясняет, что если вы видите, что они исполняют желание сердца Махапрабху, несомненно, они вечные спутники Господа. Несмотря на то, что Мадхавендра Пурипад пришел задолго до прихода Махапрабху в этот мир, он исполнил желание сердца Махапрабху. Випраламбха Бхава была проявлена Мадхавендра Пурипадой. Конечно, Махапрабху не получил прему от Ишвары Пурипада.
Она всегда была с ним, он всегда обладал ей. Однажды Махапрабху сказал, какой смысл получать саньясу, когда према всегда со мной? Мадхавендра Пурипад хотел показать нам ништа, нечто, что необыкновенно для нас. Биламангал Такур и Мадхавендра Пурипад пришли. Прабхупад вновь и вновь повторяет, Гауранга Аватара существует вечно. Совершенно не важно, что Махапрабху пришел в этот мир всего 500 лет назад. Он вечно находится в трансцендентном мире. Бхактивинода Такур и Прабхупад говорят тем самым, что несмотря на то, что аватара Гауранги не зашла в этот мир гораздо позже, он уже был в сердцах Мадхавендры Пурипада, Ишвар Мадхавендры Пурипада. Он был проявлен в сердце Мадхавендры Пури. И именно поэтому мы видим проявление уникальной премы в жизни Мадхавендра Пурипада. Все, что пришел дать нам Махапрабху, уже явил Мадхавендра Пурипад. Мадхавендра Пурипад показал нам Випраламхабхаву, показал, как совершать баджан. В то же время он показал, что необходимо избегать пратиштхи. Пратиштха — все равно, что самоубийство. Огромное препятствие. Мадхавендра Пурипад показывает нам юкта вайрагью. Мадхавендра Пурипад в полной мере является нишкинчана преданным. Ему он никогда ничего не просил у других. Он не просил даже молока. Если кто-то приносил ему его, он принимал. А иначе он постился. Он всегда был самодостаточен, удовлетворен. Был настолько удовлетворен, что ничто не доставляло ему беспокойств, ни голод, ни жажда. Но в действительности это описание Махабхагавата Вайшнава. Они не нуждаются в пище, тем не менее они принимают ее для того, чтобы поддерживать тело. Почитайте признаки Махабхагаваты, которые описаны в Шримад-Бхагаватам. Вы найдете там
и это. Мадхавендра Пурипад был полностью удовлетворен баджаном, поэтому он не нуждался ни в чем. Такова была его природа. Мадхавендра Пурипад, который никогда не просил, никогда ни у кого ничего не просил, возглавил храм, возглавил процесс поклонения божеству Шринаджа. Когда Мадхавендра Пурипад был на берегу Кунды, к нему пришел маленький мальчик и спросил его, почему ты ничего не просишь, ты же голоден. Тут я принес тебе молока. Когда ты выпьешь его, я должен забрать горшочек и отнести его назад. Сейчас я занят, я ухожу, но когда ты закончишь, я зайду за горшочком. Но мальчик так и не пришел. Мадхавендра Пурипад не мог забыть мальчика. Он чувствовал к нему какое-то влечение. То же самое произошло. С Махапрабху, когда он был совсем маленьким, он ходил звать своего брата Вишварупу, который слушал Адвайта Гасая, который посещал Харикатху Адвайта Гасая. Он проводил там большую часть своего времени, поскольку он черпал из этого огромное удовольствие. Так же, как пьяница наслаждается алкоголем, он наслаждался трансцендентной анандой, нектаром, который исходил с уст Адвайта Гасая. Шачимата просила Нимая привести брата домой. И Нимай, голенький, заходил в собрание преданных. И в этот момент все преданные были поражены. Кто этот мальчик? Он привлекал внимание всех. Бхагаван Шри Кришна неоднократно приходил к Мадхавендра Пурипаду. Он даровал ему свой даршан. Итак, Мадхавендра Пурипад ждал, когда вернется мальчик, но он не приходил. Наступила ночь. Он повторял и между тем задремал. Во сне к нему пришел этот самый мальчик, Гопал. Он сказал, я очень долго жду тебя, жду, когда ты придешь служить мне. Я нахожусь в лесу Говардхана. И во сне Гопал показал Мадхавендра Пурипаду, как найти его, так, будто бы он взял его за руку и отвел в лес, где находилось божество. Мусульмане, мой севак спрятал меня от нашествия мусульман. И с тех пор я страдаю здесь от дождей и палящего солнца. Пожалуйста, достань меня из земли и построй мне храм.
утром Мадхавендра Пурипад собрал Браджаваси и рассказал о своем сне. Все Браджаваси пошли за Мадхавендра Пурипадом в лес и нашли божество Шринаджи Гопала. Оно было в глине, потому что очень долго оно провело было в закопанном земле. На вершине Говардхана построили временный храм для божества и начали ему поклонение. Служение Гопалу очень сложно. Браджаваси постоянно посещали храм, устраивали пиры. Новости о том, что нашлось это божество, распространилось по всей округе. Приходили цари, правители, предлагали драгоценности в пожертвование, а Браджаваси предлагали в пожертвование коров. И в результате у божества стало 10 тысяч коров. Можете себе представить, это огромное количество, их нужно как-то поддерживать. А Мадхавендра Пурипад — это никогда ни у кого... Это тот самый Мадхавендра Пурипад, который никогда ни у кого ничего не просил. Тем не менее, он принял, полностью принял служение Гопалу. Тем самым он являет нам то же, чему хотел научить Гауранга Махапрабху. Вспомните историю с Саунули Браманом. Этот браман отказывался давать ему чапати, который приготовил. Он говорил, что за это тебя будут критиковать, поскольку я из касты, которая гораздо ниже твоей. Но Махапрабху сказал, какое мне дело до происхождения? Мадхавендра Пурипад не обращал внимания на происхождение. И я также не буду. Мой гуру Махарадж говорил в связи с этим. Меня сделали своим гуру, но в то же время они хотят стать моим гуру. То есть ученики якобы стали моими учениками, но в действительности хотят быть моими гуру. Многие ведут себя так, будто бы являются собственниками гуру, собственниками храма. Прабхупад говорил тоже, несмотря на то, что они приняли меня как своего гуру, они хотят стать моими гуру. Махапрабху учит нас тому, что мы не должны уклоняться ни на миллиметр от пути нашего духовного учителя, от следования нашему духовному учителю. Бхактивинода Тхакур учит нас, что совершенно не важно, что я буду чувствовать в процессе служения. Будет ли мне оно приятно, или я буду испытывать трудности. Бхактивинода Тхакур говорит, что с какими бы трудностями мне не пришлось столкнуться, с какими бы страданиями я
готов сделать все, что угодно ради служения тебе. Я счастлив служить тебе. Я знаю это на собственном опыте. Ради служения, порой из-за служения, у меня не было времени поесть, и мне приходилось проделать огромное расстояние. Сталкиваться с большими трудностями. Гуру Махарадж сказал мне ехать на Нарисимхапали. Меня там просили принять прасад, но я не мог, потому что я выполнял наставление Гуру Махараджа принести прасад. Я постился. Я вернулся в храм, а в храме прасад уже закончился, вся посуда помыта. Я приезжал издалека, приезжал с Вриндавана, а прасада не было. Я вкушал какой-нибудь сухой рис с солью. Этого было достаточно. Гуру Варга учит нас, что не в этом наше удовлетворение. Мадхавендра Пурипад учит нас Юкта Вайрагья. Я, может быть, буду испытывать счастье, может быть, страдания, но ради Бхагавата Севы я должен быть готов на все. Махапрабху, Верховный Господь, не принимал в свой адрес ни капли пратиштхи. Некоторые говорили ему: «Ты, Нараяна, Верховная Личность Бога», а Махапрабху просил их замолчать: «Не говорите так! Где Бхагавана, где я, обусловленная душа?» А как теперь ведем себя мы? Мы говорим другим поклоняться нам. Я сам видел в Матхуре одна Браджаваси Матаджи позволяла совершать пуджу своим стопам. Разве этому учит нас Прабхупад? Матаджи не должны прикасаться к саньяси. Матаджи не могут даже надевать гирлянду на шею саньяси. Но я сам видел, как это происходит. Откуда взято вот это? Проблема в том, что все учение Махапрабху, учение Прабхупады разрушается, изменяется. Итак, Мадхавендра Пурипад абсолютно не принимал пратиштхи, точно так же, как Махапрабху. Махапрабху учит нас, что если хотя бы чуть-чуть пратиштха коснется нас, мы осквернимся и не сможем совершать Кришна-бхаджан. Первое и главное качество преданного Кришны — весь мир может предлагать мне гирлянды, но я не приму их. Я должен передавать все почтение в свой адрес Гуру Варге. Почему вайшнавы порой говорят строго? Потому что они обладают
Тринадапи, потому что слишком, как Кешава Госвами Махарадж. Порой он говорил строго, но почему? Потому что он был очень и очень смиренным, точно так же, как Вриндаван Дас Такур. Проблема в том, что мы неправильно интерпретируем их слова. Без смирения невозможно говорить Харикатху. Итак, божество Гопала пришло во сне к Мадхавендра Пурипаду. Он сказал: «Да, ты опять начал поклонение мне. Тем не менее, мое тело горит, потому что я слишком долго находился под палящим солнцем. Пожалуйста, раздобудь для меня малай чандан. Это особый чандан, особый вид чандана, который очень дорогой. Нам он точно не по карману. Иди, раздобудь мне такой чандан. И, смешав его с кампуром, смешав с камфорой, нанеси на мое тело. Но никого не проси сделать это, ты должен сделать это сам. Почему Гопал говорит так? Потому что он хотел, он был настолько милостив, что поручил, хотел получить это служение именно от Мадхавендра Пурипада. Даже в материальном мире, когда человек влюбляется, он готов пожертвовать своей жизнью ради этого человека. А патриоты готовы сделать это даже ради Родины, отдать свою жизнь за Родину. Так почему же мы не можем посвятить свою жизнь, отдать свою жизнь за Бхагавана и за вайшнавов? Мадхавендра Пурипад поручил служение браманам, получил служение божеству браманам, двум браманам из Бенгалии он дал посвящение и поручил им служение, а сам отправился на поиски этого чандана. Он в то время он посетил дом Адвайта Гасая и достиг Пурушоттама Дхамы. Но по пути он зашел в Балишвар, в Кхира Чора Гопинатх. Вы слышали об этом месте? Там Мадхавендра Пурипад пел, танцевал. Когда арати было закончено, божеству предложили 12 горшочков особого кхира. Мадхавендра Пурипад наблюдал за процессом служения божеству. Он спросил Пуджари, как именно вы осуществляете служение? Я бы также хотел служить моему Гопалу, божеству Гопалу. Я много раз посещал это место и видел, что они предлагают. Big
предлагают прасад, и давали прасад не, давали в таком количестве прасад, что все вместе мы бы не смогли это съесть. Утром, днем предлагают Раджбхог, вечером предлагают Ситарабхог. А поздним вечером предлагают Кхир. И Мадхвендра Пурипад решил совершать служение также. Он подумал, что такое служение точно удовлетворит Гопала. Этот кхир назывался Амрита Кели. Мадхвендра Пурипад думал, если бы я хоть каплю попробовал такого кхира, я бы понял, что у него за вкус, и смог бы приготовить такой же для своего божества. Но тут же он одернул себя и начал ругать. Я посмел пожелать кхира, который не был еще предложен божеству. Он вышел из храма и сел на площади перед храмом. То есть такое незначительное, казалось бы, желание. Он так сокрушался, что он так подумал. Он просил прощения у Гопинатха. Между тем Гопинатх дал наставление Пуджаре, то есть Пуджаре закрыл храм и пошел домой спать. Во сне Гопинатх пришел к нему и сказал: «Просыпайся, я припас один горшочек с кхиром, спрятал под одеждой. Таким образом, Гопинатх своровал кхир для своего преданного, для Мадхвендра Пурипада. Иди, открой храм, найдешь кхир и отнеси на базарную площадь. Там сидит Мадхвендра Пурипад, мой преданный. Пуджари пошел в храм и действительно нашел там горшочек с кхиром, отнес его и пришел на базарную площадь, закричал: «Кого? Кто? Где Мадхвендра Пури? Гопинатх своровал кхир для тебя. Выходи и возьми этот кхир». Мадхвендра Пурипад подошел к нему и удивленно спросил: «Он своровал это для меня?» А Пуджари восхищался: «Божество, Господь так любит тебя, что Он припас кхир для тебя». Мадхвендра Пурипад начал рыдать: «Я доставил трудности моему Прабху, это не служение». Он ел этот кхир и рыдал.
затем, помыв горшочек, он разломал его на маленькие частицы. Завязал его в узелок и носил всегда с собой. И каждый день он вкушал по маленькой горстке таких осколков от горшка и испытывал прему, рыдал. Но после этого Мадхавендра Пурипад быстро оставил это место, потому что он знал, что с утра новость распространится по всему городу, и все захотят встретиться со мной, все начнут выражать мне почтение. Поэтому для меня будет лучше как можно скорее покинуть это место. Он получил утренний даршан божества, а затем ушел. Пришел в Пурушоттамадхаму. Рассказал пандам о сне, который он видел, о том, что он ищет особый вид чандана, и все были готовы помочь ему, включая даже царя. Они дали ему столько чандана, что было сложно поднять его с места. Но Мадхавендра Пурипад, несмотря на то, что он был уже в преклонном возрасте, с решимостью взял этот тяжелый чандан. Царь в помощь послал вместе с ним двух слуг. По пути назад, во сне, Мадхавендра Пурипад опять увидел Гопала, который сказал: уже после того, как Мадхавендра Пурипад нанес чандан, божество вновь пришло к нему во сне и сказал: «Я получил все, чего желал, но почему бы тебе не нанести такой же чандан на божество?» На божество Гопинатха. На божество Кхира Чора Гопинатха. И с тех пор на протяжении 21 дня на божество наносят такой же чандан. Итак, мы видим, что Мадхавендра Пурипад обладает глубочайшим смирением. Он учит нас Нишкинчана Бхаве, учит подлинному отречению, Юкта Вайрагия. И в то же время он говорит нам о том, что необходимо избегать пратиштхи. В связи с этим Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Чайтани Чаритамрите: трансцендентная природа пратиштхи заключается в том, что она бежит за теми, кто избегает ее. Мадхавендра Пурипад бежал от нее, а пратиштха следовал за ним. Это устройство самого Бхагавана. Сам Господь сделал так.
хотя он отказывается от нее. Но, тем не менее, существует трансцендентная пратишха, которая следует за чистыми преданными. Когда они принимают ее, она не оскверняет их. Прабхупад говорит, что мы должны выражать почтение вайшнава пратиштхе. Если мы не будем делать этого, это приведет нас к падению. И мы попадем в ад. Вайшнава пратиштха — это та пратиштха, которая передается от ученика к учителю по гуру парампаре и достигает своего свой изначальный источник — Нитьянанду Прабху. У нас нет права принимать ее на свой счет. И чистые преданные не хотят почтения в свой адрес, не хотят пратиштхи. Итак, вайшнава пратиштха важна, и мы должны выражать ей почтение. Мадхавендра Пурипад показывает нам, каким должно быть настроение того, кто совершает баджан. В Чайтанья-чаритамрите написано, что, видя облака, проплывающие по небу ночью, Мадхавендра Пурипад терял сознание, поскольку они напоминали ему Кришну. А вспомните, что было в случае с Пундарик Видянитхи. Никто не воспринимал его как преданного, потому что он вел слишком роскошный образ жизни. Но это сам Вишвамбара... Он жевал пан, спал на роскошных подушках, и все воспринимали его как материалиста. Но как только Мукунда начинал прославлять Кришну, только начинал, что происходило с ним? Тут же Пундарик Видянитхи терял покой. Он разрывал на себе роскошные одежды. Начинал рыдать по Кришне. Таким образом, не стоит судить по внешности. Because
Прабхупад, наша Гуру Варга, учат нас тому, что Шрила Мадхавендра Пурипад является главной колонной, на которой держится Гаудия Матх. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет в Чайтанья Чаритамрите, что слова Радхарани проявлялись на устах Мадхавендра Пурипада. Мы должны понимать, насколько мы удачливы. Насколько удачливы, потому что у нас есть Мадхавендра Пурипад. Для того, чтобы совершать Гаудия Бхаджан, необходимо осознать значение этой шлоки. Если эта шлока, ее значение и бхава, содержащаяся в ней, не прикоснутся к моему сердцу, не проникнут в мое сердце, я не смогу совершать бхаджан. Прабхупад говорит, что эта шлока может даровать вам бхаву. С внешней точки зрения Мадхавендра Пурипад принял экаданду, тем не менее он выдающийся преданный. Преданный высшей категории. Он Калпатару Галокадхамы. Он дерево, исполняющее желание. Итак, вчера мы говорили о том, каким чудесным образом Махапрабху освободил Майявади. Тем не менее, Махапрабху утверждал, что если вы встретитесь с Майявади, вам нужно принять омовение прямо в одежде. Если вы просто взглянете на Майявади, настолько они грязны. Когда я был в Харидваре, меня часто приглашали туда. Я шел по улице и видел Майявади повсюду. Так что же, я шел на Харикатху, и что же мне нужно было постоянно принимать омовение? Ну да, я действительно в уме принимал омовение, произнося эту шлоку. Несмотря на то, что они рассказывают Бхагават-катху, они не верят в Кришну. Они замечательно говорят, тем не менее, не верят в вечное существование Кришны.
Я встречался с такими майвади, которые, казалось бы, очень могущественные, то есть они в точности следовали всем правилам и предписаниям. Но я видел и понимал, что бхакти у них нет. Да, у них есть какое-то могущество, которое они обрели при помощи строгому выполнению всех предписаний. Но бхакти нет. Итак, мы должны понять, сколько милости в сердце Гауранги. Все его тело состоит из милости. Нельзя сказать, что милость только в сердце. Все тело Махапрабху состоит из милости. В последующие три дня мы будем обсуждать все игры Махапрабху, которые покажут, насколько он милостив. Один браман жил в Варанаси. Именно он, как вчера я говорил, пригласил в свой дом Махапрабху и Майвади. Придя в собрание Майвади, Махапрабху говорил с глубоким смирением, так, чтобы не оскорбить их. Он начал свою речь так. Шанкарачарья получил наставление Бхагавана прийти в этот мир и проповедовать Майвада Бхашью, так, чтобы люди сразу же приняли ее. Это был сам Шанкар Бхагаван, который по наставлению Господа пытался скрыть бхакти от неверующих. В шастрах сказано, что Бхагаван готов отплатить вам чем угодно, готов дать вам все, что вы хотите. Если вы совершаете какую-то севу, он готов вам дать деньги, женщин, славу, но не бхакти. Не просите бхакти, говорит Бхагаван. Нараджа Махарадж, Юдхиштир Махарадж говорят, о Раджан, Бхагаван так разумен, он готов даровать мукти, но он не дает бхакти. Не дает бхакти так просто. Потому что когда кто-то получает бхакти к Бхагавану, Бхагаван принадлежит этому преданному. Бхагаван начинает принадлежать обладателю бхакти. То есть он вручает себя в руки преданного. Поэтому он не дает бхакти так просто. В отношении этого в Бхагаватам говорится, что Бхагаван готов
даровать даже мукти. Любого вида мукти. Какой вы хотите. Но только не чистое преданное служение. Но если же Бхагаван увидит, что ваше сердце чисто, он будет вынужден вручить себя своему преданному, даровать ему бхакти. Бхагаван настолько смиренен, что смирение его не сравнится ни с чем в этом мире. Он говорит Удхаджи Махараджу: «Я бегу за своими чистыми преданными». Почему? Потому что таким образом у меня есть шанс получить пыль с их лотосных стоп. Пыль поднимается от при ходьбе от стоп моих преданных и умощает мою голову, умощает все мое тело. А в моем теле покоятся бесчисленные брахманды, и они получают очищение благодаря пыли с лотосных стоп моих преданных. By the dust particle from the lotus feet of pure devotee, I like to purify myself because in my body infinity Brahman exists. So this Bhagavan, who is so merciful, who is eternally present, but that idiot Mayavadi will be established by Bhagavan, eternal existence is not there. Бхагаван существует вечно, но глупые Майавади доказывают, что он временен, что его существование временно. Но Махапрабху объясняет, что эта теория не, в этой теории не виноват Шанкарачарья. Он пришел в этот мир, но исполнял указания Верховного Господа. И у меня есть подтверждение тому, что Шанкар Бхагаван в действительности говорил о баджане. Шанкарачарья дает прямые наставления, но глупые его последователи не понимают. Он написал так много стотр, посвященных Кришне. Это одна из них. Поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде. Один из выдающихся последователей Шанкарачарьи из Бангладеша, его звали Мадхусудан Сарасвати. И его можно назвать следующим после Шанкарачарьи, то есть он был настолько могущественным. Он пришел в Варанаси и там написал огромную книгу размером с Махабхарату. Назвал ее «Адвайта Сиддхи». И он же впоследствии получил милость Гауранги. Он прибыл сюда, в Навадвипа-дхаму, принял омовение в Ганге, и было поразительно видеть, как его сердце изменилось.
Когда он оставлял тело, ученики обратились к нему: «Гуруджи, прежде чем оставить этот мир, дай нам заключительные наставления, самые важные». Вы знаете, о чем он стал говорить? Он говорил о Кришне. Except Krishna, I cannot find any excellent tattva, absolute tattva. Я не вижу таттву выше, чем Кришна. Это мое заключительное наставление. Всю жизнь он говорил о Майаваде. Но прежде чем оставить тело, он сказал, что нет никого выше Кришны. Раз вы хотите получить самую суть того, что я осознал, Кришна выше всех. Wherever somebody wanted to establish Mayavad Siddhanta, somebody wanted to say some, you know, some useless. Когда кто-то хотел установить Майвада Сиддханту, говорил неподлинную бхакти-татву, Махапрабху выступал против, опровергал ложную философию. Майвади говорят, этот мир подобен сну, это сон. Он не существует на самом деле. Все, что мы видим, это просто сон. Ну, как же это возможно? Что же тогда наше тело тоже не настоящее? Они говорят абсолютно ложную сиддханту. Они говорят, что если если мы верим в Шакти-татву, о Брахме говорится. Брахма чист. То есть они говорили ложные, излагали ложные теории о Брахме. Махапрабху не мог вынести этого, он опровергал. К примеру, одна из теорий Майявади. Если вы принимаете веревку за змею, какая-то перед вами веревка, толстая веревка, и с большого расстояния вам кажется, что это змея. Но змеи же нет там, это же просто веревка. Тем не менее, концепция змеи присутствует и пугает вас. И такое действительно часто случается. Можно увидеть веревку, лежащую на земле, и принять ее за змею. No, it's not snake.
Один человек идет, и ему кажется, что это змея, а другой подходит и говорит, нет, это же просто веревка. Когда мы понимаем, что это всего-навсего веревка, человек перестает бояться. И Майвади с этой позиции объясняет существование этого мира. Они говорят, что этот мир такой же. Нам кажется, что все это реально, но на самом деле это просто иллюзия. Но Вайшнавы объясняют, что да, это веревка, да, это не змея. Да, возможно, в этом случае это так. Но змеи определенно существуют. Так как же я могу утверждать, что змей не существует? То есть змеи действительно есть, и они вселяют в нас страх. Змеи действительно существуют, и никто не будет оспаривать эту теорию. Никто не будет оспаривать это. Точно так же материальный мир, хоть и временен, но реален. И когда мы привязываемся к материи, мы вынуждены страдать. Так какой смысл привязываться к... членам своей семьи? Это всего-навсего временные отношения. Итак, этот Браман заключил все, что ты говоришь, то, как ты выглядишь, заставляет нас думать, что ты есть Нараяна. Так, по милости Махапрабху, сердца Майвади очистились, и они осознали, что это сам Бхагаван, что перед ними сам Господь. Но даже Чапал Гопал видел Бхагавана, но он так и не смог понять, кто перед ним, потому что он был оскорбителем. Об этом мы поговорим позже. Чапал Гопал совершил апарадху по отношению к Шривас Пандиту. Ну, точно так же, когда Бхагаван шел по улице, когда он... То есть его видели многие-многие люди, но не каждый понимал, что он сам Господь. Они восхищались им, тем не менее, не осознавали, что это Бхагаван. Поскольку Бхагавана невозможно увидеть при помощи материальных органов чувств. Подлинный Бхагавата Даршан можно получить лишь по милости Господа. Майвади представляет самую большую опасность для чистого преданного служения. Тем не менее, Махапрабху освободил их. По желанию этого брамана, который пригласил их в свой дом, и Чандрашекара Ачарьи, а также Тапана Мишра, отца Гопала Бхатта Госвами. С
Сам Махапрабху говорил, что как только вы увидите Майваде, необходимо принять омовение. Но он настолько милостив, что пролил на них свою милость. Майвади постоянно повторяют эту шлоку. Значение которой таково. Тот, кто постоянно говорит о Веданте, обретает отречение. Но какова ценность этого отречения? Что с ним делать? Мы не можем служить Бхагавану при помощи отречения или привязанности. Об этом мы поговорим завтра. Майвади говорят, что тот, кто принял Каупину, очень удачлив. Он самый удачливый в этом мире. Но мы знаем, что Майвада — это самые страшные оскорбители. Но они думают, что это отречение, и что это самое высшее, к чему можно стремиться. Они думают, если я буду постоянно повторять «Ахам Брахма Асми», я стану Брамой. Но разве такое возможно? Я видел здесь зеленую птичку, а потом я увидел, что она залетела в зеленый куст и больше не смог ее наблюдать. Не увидел ее. Потому что она слилась одного цвета. То же самое говорит наша Гуру Варга. Не забывайте это объяснение. Дживатма и Параматма вечны. Не может быть такого, что дживатма сольется с Брахмой. Даже если вы сольетесь, вы не потеряете свое, не лишитесь своего существования, вы не потеряетесь. Точно так же, как Бхагаван существует вечно, так же вечно существует дживатма. Поэтому Бхагаван опровергает концепцию Майвади. Почитайте Бхагаватам, 10-ю песню. Там Брахма говорит, что люди совершают такие аскезы. Майвади совершают такие аскезы и развивают какую-то силу, энергию. Несмотря на то, что у них нет бхакти при этом, я сам знаю множество случаев. Однажды я поехал в одно место, которое находится очень далеко отсюда, и там я рассказывал Харикатху на берегу Ганги. То место называлось Рам-Ганга. Это была отдаленная деревня, и там один майвади совершал баджан. Он просыпался в 3:30 утра,
принимал омовение холодной водой даже посреди зимы, садился и погружался в медитацию, начинал баджан. Он ни с кем не разговаривал, практически ни с кем не разговаривал. На самом деле мы не можем использовать слово «баджан» в отношении Майявади, потому что баджан — это сева, но они не совершают служение. Мы можем сказать «практика Майявади». Он приступал к своей практике. Но однажды из его баджан кутира была похищена какая-то важная вещь. Какая-то ценная вещь. Никто не знал, кто похитил ее. Он обратился к местным жителям, спросил, кто. Тот, кто похитил, придет ко мне и предложит поклон. Но никто не признавался. Тогда этот Майявади сказал, тот, кто своровал, через два дня, через два-три дня его укусит змея. Если он не вернет мне то, что похитил, он умрет от укуса змеи. И так оно и произошло. Поэтому не думайте, что... Майявади незначительные. Несмотря на то, что у них нет бхакти, благодаря тапасии они обретают силу. Так же, как Раван, Хирани Кашипу. Итак, Майявада Вичар был полностью опровергнут Махапрабху. Их сердца Майявади изменились, и они начали танцевать и петь вместе с Махапрабху. Это колоссальный успех. На сегодня я остановлюсь. Я не хочу останавливаться, тем не менее. Я вынужден сделать это. Кришна отправился в Матхуру, а Радхарани испытывала глубочайшую боль. И теперь она обращается к Кришне. Теперь ты Матхура Надх. Ты окружен прекрасными девушками и забыл про нас, пастушек. Так Радхарани говорит с Кришной. То есть, тем самым она дразнит его. Мы бедные деревенские жители, а там тебя окружают прекрасные девушки. Но я умираю без тебя. Разлука с тобой убивает меня.